Что-то громко пожила музыка тут. Да, Джой, да. Я бы сказал, Скидер, да, от создателя этого, мне кажется. Да. Пацаны просто стоят, ничего не делают. Кью, кью, а, пацаны, нажимайте, это атака. Такие кработцы зашли, что капец. Ну, R метку оставляет, которая по стоящей цели дамажит на боссов такую штуку. Ну, естественно, стрелочки, на стрелочки двигаться, кработцы. Не стойте на месте, чтобы вас били. Не надо стоять на месте. Держу в курсе. Мне кажется, с такой темой мы далеко не пройдем. Пацаны, первый босс. Страшно. О, с доджем. Да, не надо понимать, надо профессионально играть капку. Бля. Сука, опять доджит, мразь. Первого босса одолели, пацаны. Молодцы. Thank you.
Там у нас, типа, другие еще навыки будут появляться разные. Может их тоже смотреть. Зря я подпрыгнул, надо было вниз спускаться. Минус пол хп капа. Димон, это гейбар. Никогда раньше не видел кап. Хаоса похоронили. Ну чё, он лестница. Поймали за жопу, да, Джо, я бы сказал. Ну, это простые боссы пока идут. Там Чидари, это сложно. Ой, а можем мне нахуй? Да, сбежать отсюда. Так, это сейчас босс будет, походу. Да-да-да, пацаны. Опасно. Ах ты, мразь. Это еще первая стадия, она легкая. А, у Чидари, бля, Чидари. Но Чидари, это опасно.
аниме снова. Дима, да чё ты начинаешь-то? Ой, такой пусть-ка на Диме. Тут топовая карта, между прочим. Это очень сложный босс, кстати. Круги, ну, доджить надо, пацаны, держу в курсе. Очень опасно. Очень опасно, молодой человек. Мне кажется, мы его не убьем. Слишком крабос. Слишком крабос в тиме. Он уже пол хп растеряли, крабосы. На месте не стойте, когда там херня темная. Ну говно. Да ты затрахал, мэн. Рили. Падва. Как же он надоел мне со своими инвулами клятыми.
Ой, что я подставился немножечко. А? Хиана разъебала. Ну все, ман, ты умирать будешь сейчас, падла. О! Изи, изи. Сколько еще? Я не знаю. Сколько мы продержимся? Пацаны, это трап. Трап. Не знаю насчет долго. Обычно морф мы на этом боссе подыхали кап. Если далеко зайдем, может быть даже на YouTube такую дичь выложу. Да, да. Карус, да так и надо. Это профессиональный додж. Так, а можно нажимать скиллы какие-нибудь, а, мэн? Чё у меня скиллы не работают? О, заработал. Это что-то странное. Ой, надо инву прожать. Это что-то я совсем лоу хпшный. Снег этот упал, ебаный. Так, что тут у нас? Босс какой-то? А, хуйня ебаная. Ебанутая. О, говно поехало наконец-таки. Какие трешовые звуки она издает, пиздец. Просто трэш, нахуй. Попала, падла в меня. Ебать, а чё так жестко? Так, а это что делает? Ага, это вверх посылает урон. I'm
Ебать, тут говна. Сейчас что-то будет, я не понял. Тут вроде нужно какие-то тотемы дамажить. Не эти вроде, но чуть попозже. Ну, короче, там это. За короткое время нужно успеть убить что-то будет. А то жопа будет. Я точно не помню, когда это и как оно будет выглядеть, но держу в курсе. Вот и молодой человек, кстати. Красавец, посмотри какой. Абсолютно нормально, абсолютно нормально. Никаких вообще претензий капа. Ебать, ну это жестко, пацаны. Да, это жестко. Что такое ебанутое, а? Ебать, шлепки жестко дамажат. Ебать, он, конечно, колотит этой своей штукой. А как угадать, где он будет, а? А, вот, мы на нем слились в прошлый раз. Нужно, короче, по дуге доджить эту хуйню. Я только сейчас вспомнил. Это опасный босс. Очень опасный. Ля падла. Слушай, если он меня убьет, это будет очень неприятно. Ой, мразота. Он очень жесткий. Бабл не успел прожить. Ну, пацаны, давайте, я верю в вас. Я верю, что вы сможете. Привет, Влад. Смотри, пацаны, я немножко не читаю комменты сейчас. Потому что очень-очень активная игра капа. А, отлично. Вроде следующий босс будет какой-то на время, который не боссом является. Но я не помню. Давно играл очень. Помню, был такой момент, когда мы затупили, а потом бац, нахуй, и слились в один момент. Погодка нормальная. Типа, не так жарко сегодня на самом деле, как обычно. Карабос, пацаны. Карабос это прям про нас, кап. Батик, это еще, блять, одна молния. О, не, ну вот это смерть просто, пацаны. Это босс, это смерть. Моментальная. Тут что-то нужно делать, чтобы он вас не дамажил, я не понял. Тут, короче, он какую-то хуйню стреляет, от нее нужно уворачиваться. Поняли, пацаны? Я не помню, что, как она выглядит, но... Да, пацаны, нужно доджить, пожалуйста, а то он вас выебет очень жестко.
А, блять, вот вон та хуйня. Это в меня попало, да? Нет, не в меня. Короче, пацаны, нам такая жопа. Он постоянно кого-то ловит, я не знаю, пацаны, вы на экран смотрите там, пожалуйста. Но это смерть. Этот босс это смерть. Привет, Анатолий. Такие вот пробоссы вообще на экране смотрят. О, щупал поймала. Там же вся хуйня, весь урон от этого говна идет. От монеток, короче, с монетки, видите? Руинеры. Мы его не пройдем, пацаны, я так скажу. Мы его нихуя не пройдем. Как же некробоссы ловят эти монетки, пиздец. Весь урон от него идет. Ой, инвалиды. Пацаны, я его в соло не убью никак. Держу в курсе. Я сам сейчас монетку поймаю по-любому как-то. Ля, ну это прям он в меня кинул ее. Ну, сика. Наверное, если она не ваншотает. 670 хп. 300, блядь. Ну, две я еще переживу. Это последний босс наш, походу. Потому что, ну, осталось очень мало людей. У него еще дохуя хп. Просто дохуище. Ой, инвалиды. Руинеры! Домажьте его хотя бы побольше как-то. Хз как? Правда. Где-то говно, ну-ка. Можно мне, пожалуйста, ярку прожить? Блять, оно меня разъебало. Давайте, я верю в вас. У него 500 хп осталось. Давай, кто там остался? Морф, давай. Бля, там еще трое или четверо осталось. Но они справятся, они справятся. Да, молодцы. Вот это тимворк, вот это охуенно, пацаны, работают. Бать, еще бомбы появились. Все фантастично, конечно же. Так, можем мне свалить отсюда? Вот этот уровень, видите, в центре хуйня. Вот ее надо дамажить, походу. Насколько я помню. Вон, 4 штуки. Я не знаю, правда, сейчас нужно дамажить или нет. Ну-ка. Вот сейчас надо будет дамажить. Бомбу туда ложить. А то для тебя бесплатно, капа. Жожа? Жожа вечером. Как ты угадал, Анатолий, что мы Жожу будем смотреть сегодня вечером, а? А, это еще не сами тотемы, это босс. Ну, это босс легкий. Это вам не тот Спанч Боб. Ночь легкий.
Бля, ты шо, охуела, рыбина? Вот от нее лучше отходить, пацаны, когда... Ебать, ты там в порядке вообще? Она там черепахами раскидывается. Ой-ой-ой, инвулчик лучше прожму. Ну его нахер. О, минус кто-то, минус Икарус. Ну, это довольно простой босс все равно. У нас дамаги побольше под него. Но инвулов нет почти. Это акула, блять. А-а-а! Она ваншотает, нахуй, пацаны. В нее нельзя залетать. В ее. Ой, блять. Кто там внизу остался, пацаны? Ну убивайте как-нибудь. Ну кто там внизу? Кто там внизу? Вон, 73 хп. Какой нубас? Ну, ну, ну! Ну, блять! Ну нафига, бля! Ебаный стыд! Сука! Ну это просто нахуй.